Нурлан Уизбаев посетил город Аколь в Акмолинской области. Кандидат от ОСДП рассказал жителям о своей предвыборной программе и конкретных действиях, которые он намерен сделать. Потенциальные избиратели пожаловались кандидату на недоступность земельных участков для развития сельского хозяйства и ограниченный круг людей в аграрном секторе, который не позволяет простым гражданам начать свое дело. Уизбаев отметил, что в этой сфере много коррупции, что категорически недопустимо. Прозвучала вот эта их боль, самая настоящая боль за то, что происходит сегодня в сельском хозяйстве. За то, что сельское хозяйство запущено, за то, что невозможно его развивать, за то, что латифундисты похватали и позанимали все земли, за то, что до простого крестьянина, даже которые субсидии выделяются государством, они просто до них ничего не доходят. Все оседает в карманах крупных землевладельцев.